одному из четырех человек диагностируют рак. И во многих случаях современная медицина не обладает средствами для исцеления. Биологам известно, что нормальные клетки делятся в строго регулируемом и контролируемом порядке. И что раковые опухоли возникают, когда клетка становится ненормальной и делится бесконтрольно. Клетки иммунной системы способны обнаруживать и убивать эти ненормальные клетки. Но в случае серьезных заболеваний темп деления раковых клеток превышает воздействие иммунной системы, и опухоль продолжает расти. Чтобы получить питательные вещества, необходимые для роста, опухоль выделяет плацентарный фактор роста, называемый PLGF, который связывается с рецепторами на ближайших капиллярах. Это вызывает расширение капиллярной сети в опухоли и обеспечивает ее повышенное кровоснабжение, стимулируя ее рост. Ученые обнаружили, что этот процесс можно блокировать введением маленькой молекулы, называемой анти-PLGF антителом. Это антитело связывает фактор роста PLGF, не давая ему связываться с капиллярами. Это эффективно блокирует расширение капиллярной сети, и рост опухоли замедляется из-за ограниченного кровоснабжения. Из-за ярко выраженного положительного эффекта анти-PLGF антител клетки иммунной системы, убивающие раковые клетки, теперь могут работать быстрее, чем делится и растет опухоль, тем самым вызывая значительное сокращение размеров опухоли.